сегодня буду готовить сладкое блюдо. Здравствуйте! Сегодня я буду готовить манник. Для этого мне понадобится стакан манки. Я высыпаю в емкость. Добавляю сюда стакан сметаны. Стакан сметаны, здесь у меня 20% сметана. Добавляю я сюда сметанку. И это тщательно сейчас я перемешаю. Сначала сейчас ложечкой перемешаем. Если не получится, будем венчиком. Это мы перемешиваем и оставляем минут на 20, на полчаса, чтобы манка начала набухать. Получилось у меня и ложечкой перемешать. Так. Просто сметана этот раз хорошая попалась у меня. Потому что я в прошлый раз делала, у меня сметана, если более жидкая, как-то не очень. Все, и вот это мы оставляем на 20 минут. Ну, полчаса лучше, конечно, будет. Пускай постоит наша начинающаяся манник. Сметана с манкой. Я вбиваю 2 яйца. Беру 2 яйца. И добавляю в 2 яйца стакан сахара. И это все тщательно взбиваем. Ну, даже не взбиваем, а просто протираем, растираем. Не обязательно здесь, нам не надо, мы же не бисквит готовим, чтобы здесь взбивать очень хорошо. И добавляю сюда уже ранее промытый изюм, столовая ложка. И хорошо мы вот это растираем. Добавляю сюда растертое с сахаром яйца и с изюмом. Тщательно это все перемешиваем. Я возьму венчик. Духовка у меня уже включена. Сейчас это все перемешаю. Перемешала я до однородной массы, добавляю сюда чайную ложку разрыхлителя. Так. Высыпаем и опять перемешиваем тщательно. Хотите миксером, ну, удобнее венчиком, я вам скажу. И добавляю сюда стакан муки постепенно. Это у меня готовое. Теперь я ложечку в холодную водичку и выкладываю в формочки. Можно делать это в одной большой форме. И получится у вас такой большой манник. Ну, я предпочитаю маленькие. Очень удобно. Каждому взял как порционно. На 1/3 я выкладываю. Отправляем наши манники на 40 минут, 40-50 минут в горячую духовку. Вот я достаю наши манники. Опа. Ой, горячие. Ну, проверять вы знаете все, как надо, готовы они или нет. Вот я беру такую. Самый такой, вроде бы, не сильно зажаристый. И вытаскиваю. Вот у меня спичечка сухая. Значит, они готовы у нас. Приготовились. Опа! Ай, горячо. Поэтому все это делаем очень аккуратненько. Ну, а теперь на ваш выбор. Кто варенье может сверху. Кто сахарной пудрой. Кто сырком. Вот сладкие сырки можно. Очень хорошо сочетаются. Он растворяется и получается очень красиво. Так что пробуйте, делайте. Я буду очень рада, если вам будет нравиться. До свидания.